Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем комментировать турнир Middle Age Cup. И сегодня у нас на очереди опытные игроки, довольно-таки сильные игроки сами по себе. И, ребят, сегодня у нас Стронг против Хамула. Будет довольно-таки интересное противостояние. Очень-очень опытные игроки, очень сильные сами по себе. И я думаю, они все-таки выйдут с группы. Ну, Хамул, я думаю, точно должен выйти с этой группы профессионалов. Если это можно так назвать. И давай смотреть, ребят. Давай смотреть первая карта Изенские Броды. Поехали, посмотрим, что же нас тут ждет. Давай, игра, начинай. Загружай и поехали, посмотрим. Обещали мне сегодня интересную игру. Давайте глянем. Посмотрим, как играют более опытные игроки, ребят. Новичкам, кто смотрит этот турнир. Кто участвует в этом турнире, учитесь и смотрите, как играют более опытные игроки. Я думаю, это будет вам большим уроком. Ну что, давай смотреть. Хаун у нас строится на юге, играет он сегодня за эльфов. Строит Малор и сразу же казарму. Сразу же казарма пошла в ход. Я комментировал предыдущую игру, там у нас новички строили Малорны, плавильни. Здесь у нас, конечно же, совсем другая ситуация, совсем другое мировоззрение на игру. Так, ну что, здесь, да, ребят, не отображается никнейм Стронга, просто какие-то загорючечки. Так, ну что, ребят, необычное решение, конюшня, ребят, пошла конюшня. Конечно же, конюшня будет намного дороже, и в ресурсы все будет упираться у... Кстати, да, сегодня на Стронге играет за Гондор. Все будет упираться в ресурсы, потому что кавалерия довольно-таки дорогая. И все-таки на начальном этапе войск будет побольше у эльфов. Ну что, появляются у нас здесь копейщики. Первым делом выходят они. И дальше пойдут уже мечники. Ну что, копейщики у нас вышли. И идут они в атаку. Я думаю, сейчас будет забирать, да, направляется у нас копейщики на логово варгов. Здесь у нас, посмотрите, здесь у нас кавалерия. На самом деле необычное решение, очень необычное. Гондорские рыцари, стоят они 500 золотых. Конечно, дороговато. Рохерим, тем временем 650, еще дороже. Ну и, конечно, всадники до Ламрата, 1200, элитные войска. Очень-очень сильные, но до них пока еще рановато. Ну что, здесь у нас копейщики забирают логово варгов. Потихонечку они это дело забирают, выходят мечники. Так, ну и здесь кавалерия, смотрите, подходит. Кавалерия уже здесь. Да, сейчас он будет забирать этих мечников. Налетает и забирает. Забирает трех мечников. Я думаю, увидел. Думаю, что Гондор сейчас видел, что здесь у нас копейщики. Они уже второго уровня. И проходит он дальше. Проходит кавалерия дальше. Я думаю, сейчас будет сноситься у нас Малорн, скорее всего. И посмотрите, здесь строится башенка. Спасает строителя у нас Хамул. И приходится ему строить... Да, посмотрите. Это, ребят, чисто спасение строителя. Все верно делает. Так, ну что. Здесь был использован боевой клич на... кавалерию. Тем временем, посмотрите, и у нас эльфы идут дальше. Была построена здесь казарма, и появляются, в скором времени появится гондорская пехота. Боевой клич был использован на эльфов. Пошла такая, знаете, такая разменка, как с одной стороны, так и с другой. Здесь у нас строится конюшня, посмотрите, строится конюшня у эльфов. Такая ответочка получается. Ну что, я думаю, здесь Малорн сейчас снесется. Все-таки Малорн здесь сейчас добьет. Копейщики подходят сюда для обороны, и они справляются с этой кавалерией без проблем. Да, кавалерия здесь падает, и Малорн здесь уже был восстановлен. Два Малорна целых, ребят, целых два Малорна снесла кавалерия, это было довольно-таки неприятно. Так, ну и здесь, посмотрите, была ферма, была казарма, и копейщики и мечники эльфов снесли все это дело. Просто-напросто снесли, и, кстати, была снесена еще здесь... Конюшня была снесена под шумок, и это довольно-таки жестко. Это было довольно-таки жестко. Здесь у нас остались в живых мечники, они у нас второго левела, и начинают они выносить сейчас ферму. Крепость у нас немножечко не достает, все-таки чуть-чуть.
чуть-чуть она не может достать до фермы. И здесь мечники себя прекрасно чувствуют, они это дело выносят. Была построена стрельбище. Здесь у нас в скором времени появятся гондорские лучники и строится казарма. Ребят, строится казарма. Здесь у нас копейщики идут на тролля. И я думаю, все-таки будут захватывать трактир, скорее всего. Будут захватывать трактир. Появляются лоринские мечники. И да, ребят, появляются уже всадники Ривенделла, появляются они, и здесь у нас, ну, потихонечку строится Гондор, строится ферма. Конечно же, ферм осталось очень мало, нужно как-то все это дело восстанавливать, чтобы были хоть какие-то ресурсы. Ну, здесь у нас была такая, знаете, стычка, как с одной стороны, так и с другой. Здесь у нас, посмотрите, просто-напросто решил оставить войска, решил их спрятать в лесу. Очень, конечно, такие тонкости нужно знать. Опытные игроки уже об этом знают. И просто спрятал этих мечников в лесу. Их, по крайней мере, не видно. Довольно-таки грамотно сыграл. Тут у нас приходит кавалерия у эльфов. Снесли они просто-напросто этих лучников. И идут дальше. Посмотрите, выносят они ферму. Без проблем, никто им не мешает. Здесь даже копейщики просто забили на это дело и идут дальше. Они понимают, что... они просто не поймают. Копейщики не поймают эту кавалерию. И здесь кавалерия идет дальше. Кавалерия идет дальше, просто проносит мечников, но они еще остались живых. И посмотрите, посмотрите, как все-таки... как все делает грязная вот эта кавалерия. Очень неприятно, конечно. Здесь у нас пошла стычка на центральной линии. Здесь кавалерия сейчас чуть-чуть не наткнулась на роховских копейщиков. Да, отступает кавалерия, идет дальше. Я думаю, сейчас она будет сносить уже ферму. Ну что, здесь, да, все-таки Гондор вынужден немножко отступить назад. Здесь, на самом деле, все не очень хорошо. Кавалерия просто творит какую-то грязь. Только-только у нас выйдут здесь, выходят лучники, и просто-напросто копейщики с этим делом справляются. Без проблем, просто-напросто их давит. И сейчас... Стронг снес сам ферму, понимаю, что здесь будет все очень печально с этой фермой, и просто-напросто решил ее сам снести. Так, что, здесь у нас лучники Лориана подходят и начинают настреливать. Начинают настреливать копейщиков. Кавалерия. Кавалерия мечется туда-сюда. Неплохой контроль со стороны Хамула, со стороны эльфов. Так, ой-ой-ой. Вот это он зря, конечно, вот это он зря сделал. Так, ну что, здесь у нас мечники уже подошли, которые здесь стояли, которые, которых он спрятал в лесу. Они восстановились, посмотрите. Они уже третьего левела, на самом-то деле. Довольно-таки интересно действует. И довольно-таки интересно поступает сейчас Хамул. Так, ну что, здесь кавалерия. Кавалерия отвлекает. Отвлекает соперника своего. И здесь, посмотрите, здесь тоже обходят копейщики, но здесь эльфы все видят, эльфы все замечают, и эти роханские бомжи ничего сделать не смогут. Абсолютно ничего. Так, ну что, здесь посмотрите, если вы сейчас посмотрите на мини-карту, здесь у нас просто-напросто очень много войск у эльфов. И такая, знаете, доминация, такая, такой контроль по карте довольно-таки неплохой. Так, ну что, здесь был захвачен трактир, роховские крестьяне стоят 150, эти бомжи на самом деле очень слабые, 150 золотых. Так, ну да ладно, давайте наверное дальше. Кавалерия у нас идет дальше, кавалерия проходит, и сейчас, неужели он пойдет на тролля? Нет, скорее всего он сейчас пойдет на... просто обойдет с фланга и будет выносить малорны, я так понимаю, скорее всего. Так, да, посмотрите, кавалерия идет дальше. И здесь у нас, посмотрите, ферм почти не осталось. Просто-напросто кавалерия снесла все фермы, деваться некуда, конюшню строить тоже не получается. И ресурсов сейчас очень мало у Гондора. Появляется уже Халдир, посмотрите, появляется Халдир. Сейчас будет очень-очень неприятно, очень больно будет сейчас... Стронгу. Кстати, здесь у нас уже вышел фармер. Такая пошла битва, такое противостояние, довольно интересно. Но здесь я уже вижу то, что Гондор немножко проигрывает. Был использован эльфийские леса, очень полезная вещь. И сейчас, конечно, да, без проблем справляются здесь эльфы. Без особых проблем Халдир сейчас погибнет. Точнее, фармер, ребят, прошу прощения, фармер сейчас погибнет, да.
фармер погибает. Поймал он стрелу от Халгера. И сейчас все очень-очень плохо у Гондора. Скорее всего, ребята, это 1-0. Да, 1-0. Очень грамотно сыграл Хаму за эльфов. Очень грамотно, очень красиво. Эта кавалерия просто сделала столько всего в этой битве. Ну, ребят, сыграно было на самом деле красиво. Я думаю, новички должны учиться, должны брать пример с таких битв. И чему-то, ребят, чему-то вы должны все-таки что-то взять для себя. Поэтому, ребят, обязательно просматривайте такие игры. Это вам пригодится в дальнейшем. Ну что, ребят, следующая карта, Холлин она называется, поехали посмотрим. Игра, что ты меня постоянно предупреждаешь? Все хорошо, все нормально с версией, все прекрасно, идем дальше, смотрим. Фух, да, ребят, такие игры, они интересные. Они интересные, сразу видно такие тонкости от игроков более высокого уровня. Ну что, давайте смотрим у нас. Эта карта у нас уже была на турнире, я уже комментировал, и сейчас она у нас появилась снова. Ну что, у нас здесь Хаму строится, точнее играет сегодня за гоблинов, конечно же. Играет за гоблинов, строится у нас туннель, два туннеля уже готово, довольно-таки быстро, слушайте. И строится паучье гнездо пошло в ход. Что взяли по способностям, давайте посмотрим. У нас Стронг играет за Изенгард, он взял боевой клич, в то время как гоблины, они, гоблины, говорю, ребят, да, все правильно, гоблины, что-то я сегодня немножко заговариваюсь, гоблины взяли, точнее, не взяли ничего, пока что он решил оставить, видимо, очки способности, будет смотреть по ситуации уже, как пойдет. И здесь строится, посмотрите, еще одно паучье гнездо, видимо, все-таки будет выходить в пауков. Довольно-таки быстрые эти паучки. И на самом деле, это такая, знаете, мини-кавалерия, что ли, если можно их так назвать. Паучки у нас начнут штамповаться. А, ребята, у нас был туннель. Прошу прощения, это был у нас туннель. Я думал, это было паучье гнездо, но нет, это был у нас туннельчик. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь строится. Две плавильни есть, кстати. Логово варгов было построено, 250 золотых стоят варги, даже дешевле, чем паучки. Но, посмотрите, здесь есть огромный плюс у этих варгов, это 150 к урону. Это, конечно, огромный-огромный плюс. А здесь у нас строится яма уроков, посмотрите. Яма урков уже почти готова. И первые паучки пошли в бой. Варги здесь тоже наступают, идут в атаку. И нужно забирать туннель. Нужно забирать туннель. 150 к урону делают свое дело. Посмотрите, огромный баф, просто огромнейший. И просто варги очень быстро выносят этот туннель. Просто очень и очень быстро. Так, ну что, здесь у нас? Что у нас здесь строится? А, спасает героя у нас Стронг от паучков, и здесь паучки заходят, был использован боевой клич на них, и сносят они, здесь сносят плавильню. Посмотрите, крепость все-таки не достала, вот только сейчас она начинает доставать до паучков. Да, обошел грамотно паучками, и все красиво сделал. Так, ну что, здесь у нас варги бьются с паучками, и варгов здесь просто эти пауки затыкали, и все, варги у нас здесь развалились. Было построено логово варгов, посмотрите. О, логово гоблинов, конечно же, ребят. Чё-то у меня сегодня вообще... Я не знаю, что со мной сегодня произошло. В общем, логово гоблинов, конечно, было построено. Туннель здесь, который был снесен, построен заново. И что у нас тут будет строиться? Я уже вижу отметочку. А это у нас логово гоблинов строится, ребят. Второе логово гоблинов. Довольно-таки интересно получается. Так, ну что, здесь у нас появились... уроки-копейщики. И гоблины проходят дальше. Гоблины проходят дальше. Начинают они выносить сейчас плавильню. Начинают они немножко куцать потихонечку. На самом деле плавильнь... Осталась одна плавильня, ребят. Осталась одна плавильня. И сейчас все очень-очень печальненько для Изенгарда. Нету плавиль, нету ресурсов. И это очень-очень плохо. Это будет очень неприятно. Все-таки паучки здесь, на самом деле, да, забирают они
плавильню, получают второй уровень. Отступают они немножко назад. Арбалетчики уже вышли. Сэкипейщики и варги на самом деле есть. Но, опять же, нету плавильни. Нету плавильни, нужно строить плавильни как можно скорее из Ингарду, иначе он просто просядет в ресурсах, по ресурсам, и это будет просто... Просто атас, просто печаль и беда. А, так, ну что, давайте посмотрим, что у нас еще происходит на карте. Здесь варги проходят дальше. Тоже он пытается вынести туннели. Появляются гоблины. Что с ними случилось? Они забаговались, что ли? Да, они просто встали в кучку и стоят, смотрят. Да, что-то как-то странно все это было. И сейчас варги получают. Получают по щам паучки. Погнали в догонку за этим варгом. Здесь встречают копейщики. Здесь встречают копейщики этих самых пауков. Тут еще и арбалетчики подходят. И сейчас вынужден немножко отступить назад. Все-таки Хаму. Понимаешь, что здесь без вариантов. Надо отступать назад, нужно обороняться. А что здесь у нас по зданиям, по строительству строится? Посмотрите, готова уже пещера. Пещера есть у нас. А, так. Тут у нас лучники, потом мечники. Здесь у нас мечники появляются. Так, ну что, гоблин здесь отбиваются. Гоблин здесь пытаются отбиться. Арбалетчики, копейщики уже на месте. Ну, здесь, конечно, гоблины должны сейчас разобраться с этими копейщиками. Так, ну нет, здесь паучки у нас развалились, и гоблины тоже отправились вместе с этими паучками куда подальше. Так, ну что... Ой, рабочий. Очень опасно, очень... Не замечает сейчас рабочего, просто сливает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же так? Как же так? А рабочий такой ценный... на самом деле юнит и сейчас просто-напросто слил. Сейчас гоблины слили рабочего, это было... Это было очень печально. Это было очень и очень неприятно. Ну что, остался один рабочий только. И появляются полутролли здесь, мечники. Так, ну что, что у нас здесь? Смотрите, паучки по-прежнему начинают, точнее продолжают выносить плавильни. Очень-очень так жестко прессуют эти паучки, прессуют Изенгард по ресурсам. Они выносят, просто выносят плавильни. И да, конечно, это неприятно. Ну что, тут у нас, ребят, очередная стычка. По-прежнему все еще живы тут у нас урки копейщики и арбалетчики. Арбалетчики довольно-таки живучие, посмотрите. И прогоняет здесь, прогоняет гоблины Изенгард. И да, отступает назад. Отступает он немножко назад. Мечники просто гонят. Просто гонят. И, ребят, посмотрите, вышла вся эта арава бешеных гоблинов и пошла дальше. Они пошли гнать всех этих войск. И сейчас будут стычки, ребят. Сейчас будут стычки. Изенгард отступает. Видит, что здесь очень много войск. И отходит назад. Был использован боевик клич на гоблинов. И идут они. Идут в атаку. Продолжают двигаться вперед. Плюс тут еще паучки появляются. Еще один отряд мечников идет вперед. Идет в атаку. А пещера пока у нас не улучшает до второго левела. И пошла битва, ребят. Пошла битва здесь у нас. И... ну да, здесь находится не в лучшем положении у нас Изенгард. Отступает он назад. Все-таки вынужден он отступить немножечко назад. Здесь у нас появляются арбалетчики. И логово варгов у нас по-прежнему первого уровня. Очередная небольшая доминация со стороны гоблинов. И со стороны Хамула, конечно же. Напоминаю, что первую битву выиграл именно Хамул. Так, ну что, сноится. Сноится плавильня паучками. Так, ну сейчас на самом деле все... Все довольно-таки печальненько для Изенгарда. Продолжает он прессовать Изенгард. Здесь пытается вынести волчье, точнее логово варгов. Появляются копейщики. Ну, я думаю, здесь сейчас отобьется. Все-таки отобьется Изенгард без особых проблем. Но все-таки логово варгов полутролли вынесли. Все-таки они все это дело снесли. И получают они второй уровень. Получают они у нас второй уровень. И здесь... Ну, отобьются. Отобьются Изенгард. Гоблин себя чувствует просто прекрасно. Просто замечательно. Так, давайте посмотрим по способности. У Изенгарда боевой клич, 7 очков способности и 600 золотых у нас всего лишь. У гоблинов еще меньше ресурсов. И, ну, почти есть уже 10 очков, ребят. Почти есть уже 10 очков.
Давайте смотреть. Все-таки, смотрите, полутролли. Какие они все-таки живучие, какие они сильные. Они сделали свое дело, вынесли плавильню. И тут их, конечно, сейчас Изенгард просто-напросто затыкает. Да, готовы. Готовы эти войска. А, ну тем временем, посмотрите, гоблины продолжают двигаться дальше, продолжают штамповать войска. Здесь у нас огромная армия идет дальше, сносит они плавильню. На самом деле с ресурсами все очень плохо. Очень сильно здесь поджимает Хамул, Стронга. Очень сильно, очень неприятно. Так, ну что, здесь просто куча гоблинов, захватывают они сигнальный огонь, чтобы способности откатывались намного быстрее. Захватывал и почему-то резко перестал захватывать сигнальный огонь. Ну, я думаю, сейчас захватит. Вот, опять, смотрите, захватывает. Все нормально. Здесь у нас, ребят, пошла очередная битва. Варги попали. А, это у нас нейтральные варги, ребят. Нейтральные варги сносятся. Так, ну и что? Заходят потихонечку гоблины. Целая здесь толпа стоит. Здесь идут обороняться Изенгард. Героев пока я не наблюдаю, героев пока нету у нас. Как с одной стороны, так и с другой строится лесопилка. Не хватает немножечко ресурсов гоблинам. Нужно строить лесопилочку, нужны ресурсы. Так, ну что, здесь огромное войско собралось на центральной линии. И здесь пошла битва. Был использован боевой клич на Изенгард. И здесь гоблины понимают, что находится не в лучшем положении. И просто вынуждены немножко отступить назад. Вынуждены они немножко отступить назад и отходят. Все-таки отходят. Ну сейчас, я думаю, немножко поднакопит войск гоблины. И можем будет идти дальше. Можем будет идти, продвигаться дальше. Что у нас здесь? Посмотрите, ничего не осталось. Только одна яма урков. И это очень печально для Изенгарда. Это очень и очень печально. Продолжает строить плавильню, но здесь уже войска подошли. Здесь уже войска подошли довольно-таки близко. Все еще действует у нас боевой клич. Я думаю, все-таки гоблины ждут, пока прекратится этот баф на войска. И отступает он немножко назад. Отступает назад, проходит по флангу, посмотрите, становится опять у нас в плавильне. Просто подрыв экономики идет. Идет огромный подрыв экономики со стороны гоблинов. И это довольно-таки жестко. Вот, посмотрите, у нас баф прошел. И сейчас, я думаю, можно собирать войска. И можно их как-то потихонечку выносить. Сигнальный огонь был захвачен. Сейчас у нас идет полнейшая доминация со стороны гоблинов. Посмотрите, просто огромная куча тоннелей. Строится еще одна лесопилка. И по ресурсам сейчас не должно быть проблем у гоблинов. Все должно быть просто на высшем уровне. Так, ну что, здесь у нас пошла битва. Строится еще один туннель. Сейчас пошла, ребят, пошла битва. Был использован боевой клич. И нужно биться. Нужно сражаться. Здесь очень много лучников у нас. И туннель был построен. Пошла еще здесь, смотрите, атака с фланга. Все грамотно, все верно делает Хамул. И посмотрите, бьются. Ну здесь, я думаю, все-таки да. Здесь преимущество за гоблинами. Здесь куча лучников обходят. И начинают они расстреливать арбалетчиков. И здесь, посмотрите, еще отряды подошли сверху. Полутролли у нас второго левела. Ну да, ребят, это доминация. Доминация гоблинов полнейшая. Здесь паучки стоят, они сделали свое дело, вынесли плавильню. Хотя, конечно, тут одна плавильня еще осталась. Так, ну что? Смотрим. Появился Лурц, но он появился довольно-таки поздно. Сейчас его просто-напросто вынесут. И Блайз взял способность призыв паучков у нас Хамул. И сейчас заберут сейчас Лурца. Кстати, у Изенгарда скверненная земля, но это ничем не поможет. Абсолютно ничем не поможет. Этого мало. Сносится яма урков. И да, ребят, сухая победа. 2-0. Хамул выиграет эту битву. И все. Просто взял натиском, посмотрите. Ну, на самом деле, очень грамотно играл Хамул в этой битве. Он просто-напросто подрывал экономику. Сначала в первой игре своей кавалерией, во второй игре, конечно же, своими паучками.
просто не давал спокойно жить, подрывал постоянно экономику, подрывал ее и все-таки сделал свое дело. У противника не осталось ресурсов, он, конечно, пытался как-то все это дело восстановить, но не получилось, не получилось. Так, ну что, ребят, 2-0. Побеждает Хаммл, я поздравляю его. Он получает свои очки в своей группе. И вот такая, ребят, у нас интересная битва. Новичкам советую обязательно посмотреть эту битву. Обязательно, ребят, кто смотрит, кто участвует в турнире, посмотрите эту битву и сделайте для себя такие выводы в дальнейшем, как нужно играть. Берите пример вот с этих игроков, ребят, а именно с Хамула. Довольно-таки красиво, грамотно, все четко, все на высшем уровне. Все, ребят, я с вами прощаюсь. Меня зовут Игорь. Мы с вами услышимся в следующий раз. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.